дело время по тихий час. Управление по труду, занятости и соцзащите формируют группы по переквалификации. Возмещаются расходы, связанные с проездом и проживанием. Какие профессии в топе? По маршруту беззакония двое бобручан в один день заявили об автоугоне. Установлено совпадение изъятых микроволокон с волокнами в составе брюк задержанного. Кому понадобились старая иномарка и молоковоз? А смешно. Знаменитая на всю страну команда КВН готовится к финалу Могилевской лиги. Приглашаем в ДК области 28 января. Что приготовили юмористы зрителю? А также электоральная кампания, высокий спрос и процветание синеокой. В 2024-м 25 программ будут профинансированы из госбюджета. Куда пойдут средства? Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Александр Лукашенко провел совещание по совершенствованию законодательства об уголовной ответственности. По решению президента в этом году в стране будет проведена амнистия. Подход индивидуальный, в основе справедливость. Весомый повод – 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Глава государства подчеркнул, определение категории лиц, которым смягчат наказание или освободят от него, вовсе требует особой внимательности. Мы неуклонно твердим, деятельность государственных органов, общественных институтов должна строиться на принципе справедливости. Но это действительно так. Это касается и уголовной политики. Справедливость должна пронизывать весь уголовный закон и практику его применения. Но так ли обстоят дела в действительности? Криминогенная ситуация у нас характеризуется нормальными показателями, чрезвычайщины мы никакой не видим. В новогодние вот праздники я специально заслушал доклады наших всех силовиков и убедился в том, что если и где-то чрезвычайщина какая-то, то виноваты мы. Один сигнал в общество, что президент заслужил всех, и министры мне пообещали, особенно министр внутренних дел, что будет полный порядок в стране, слушайте, так и получилось. Всего 9 правонарушений и ни одного тяжкого. То есть люди слышат, люди понимают. Просто нам надо встрепенуться и соответствующим образом заниматься практической профилактикой, скажем так. Не просто позвать человека и ему пальцем возле носа потрясти и предупредить его, а практической профилактикой, чтобы люди понимали, что любое преступление, любое правонарушение неизбежно повлечет за собой соответствующее наказание. Кроме того, во Дворце независимости обсудили работу исправительных учреждений, комиссии по помилованию при президенте, а также инспекции по делам несовершеннолетних. Главное – комплексный подход. Внимание уделили и обсуждению интеграции освобожденных в общество. Задача номер один – их трудоустройство. Далеко не уехали. Заключение судебных экспертов стало доказательством в деле об угоне машин. Два бобручанина сообщили о пропаже авто. В первом случае увели Volkswagen Passat, который стоял во дворе многоквартирного дома на Гагарина. Но покататься не получилось. Машина была найдена, подпертая столбом. В тот же день с Лынькова пропал молоковоз. Фургон был обнаружен на перекрестке Минской и Гагарина. Специалисты Государственного комитета судебных экспертиз приняли участие в осмотрах мест происшествий. Изъяли различные следы и объекты, в том числе микроволокна с водительских кресел. По результатам исследования установлено совпадение изъятых микроволокон с волокнами в составе брюк задержанного. Злоумышленником оказался 29-летний местный житель, ранее неоднократно судимый. Авто, которое он себе присвоил, были не заперты, ключи находились в салоне. Мужчина признался в содеянном. В момент преступления он был пьян, хотел просто покататься. Уголовное дело направлено в суд. Востребованное авто, направление экспорта и поддержка государства. Семейный капитал в Беларуси увеличили более чем на 5%. Какой теперь размер выплат? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Около 5500 избирательных участков для голосования образовано в Беларуси. С 15 января в стране начнется новый этап электоральной кампании. Почти 2 недели будет проходить проверка документов и регистрация кандидатов. Всего 25 февраля беларусам предстоит выбрать более 12500 депутатов всех уровней.
В этом году 25 госпрограмм будут профинансированы из госбюджета. Более 9 миллиардов рублей направят на реализацию проекта «Образование и молодежная политика». На втором месте по затратам «Здоровье народа» и «Демографическая безопасность». Свыше 8 миллиардов предусмотрено на управление государственными финансами и регулирование финрынка. Экспорт куриных яиц из Беларуси в Россию с начала года увеличился почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По информации Минсельхозпрода, объемы производства в нашей стране позволяют поставлять до 30% на зарубежные рынки. Основное направление экспорта – РФ. Семейный капитал в Беларуси увеличили более чем на 5%. Размер выплат теперь 31 480 рублей. Действовать он будет по 31 декабря 2024. Поддержку от государства на улучшение жилищных условий и другие цели, напомним, получают семьи при рождении или усыновлении удочерений третьего и последующих детей. Свыше 22 тысяч новых машин реализовали в республике в 2023-м. Пик продаж был в декабре. Наиболее востребованные – Geely, BLG отечественной сборки. Спросом пользуются и другие китайские марки. Всего на авторынке официально представлено 11 брендов из Поднебесной. Не сидеть без дела. Управление по труду, занятости и соцзащите Бобруйского горосполкома предлагает освоить новые специальности. Список актуальных профессий широк. В городе нужны водители погрузчика, троллейбуса и автобуса, повара, кладовщики и другие. С подробным перечнем можно ознакомиться на сайте горосполкома. В среднем обучение длится от 1 до 2 месяцев. За 2023 100 граждан были направлены в группы переквалификации. Период обучения управлением по труду в полном объеме возмещаются затраты, связанные с процессом обучения. Также выплачивается стипендия безработным гражданам и возмещаются расходы, связанные с проездом и проживанием граждан, проходящих обучение вне пределов города Бобруйска. Регулярно проводятся и электронные ярмарки вакансий. Соискатели знакомятся с условиями нанимателей, направляют резюме и получают консультации. Это особенно актуально для тех жителей, кто не может на равных конкурировать на рынке труда. Смех продлевает жизнь. Команда КВН 21-й школы «Дети в законе» знает это как никто другой. Совсем скоро активисты выйдут на сцену Могилева, чтобы всем показать, как умеют шутить бобруйчане. На репетицию заглянула Юлия Вернер. В Бобруйске все так серьезно, что даже дети в законе. С этой шутки и началась история местной команды КВН. 4 года назад выпускники школы собрались для небольшой игры с учителями, а в 2023-м появились дети в законе. 6 активных подростков позитивным вихрем ворвались на открытый турнир Кубка губернатора Могилевской области. Домой вернулись бронзовыми призерами. 4 участников символично учащиеся правового класса. Про мэра Могилева и долго думали, как сделать это максимально клево. И вдруг голову спустилась из-за линии. Давайте рэп читать в концовке выступления. Все завертелось сразу, слова слагались в тексты. И вот уже на сцене покоряем Эвересты. Мозговой штурм. Ни один участник не сидит без дела. Репетиции проходят регулярно и динамично. Главная составляющая успеха – энергия, молодость и креатив. Времени на отдых почти нет. На носу финал областной лиги КВН. Конкуренция серьезная. Команды из университетов и колледжей. Но глядя на ребят, становится понятно – победа Бобруйску обеспечена. Идея создания команды, кстати, принадлежит директору школы. Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Мы, конечно, ждем победы. Но как бы сама победа вообще, создание этой команды, то, что мы играем в финале, это очень большое достижение. Для этих ребят это очень большое. КВН был всегда, он как бы элита юмора. И попробовать все сделать в школе, это сложно. Но если это получается, то это просто невозможно остановить. Ну это как, я не знаю, это не хобби уже, это уже как профессия получается у этих ребят. Идея – двигатель прогресса. Каждый привносит весомый вклад в создание цельного образа. Шутки, постановки. Дети в законе в полной мере реализовывают свои творческие навыки. Но самое главное – эмоции, настоящие, живые и искренние. Страх отходит на второй план, когда знаешь все по плечу. Очень классно. Особенно, когда выступаешь. Волнуешься очень сильно, переживаешь, думаешь, как же выступишь. А в итоге все обходится и выступаешь нормально, не волнуешься. Все думают, что играть в КВН тяжело. Тяжело писать сценарии, отыгрывать миниатюры. Но на самом деле самое тяжелое – это играть в чужом зале без своих болельщиков. Поэтому мы всех приглашаем в ДК области 28 января на наш концерт. Смотрев горящие глаза юных участников, хочется пожелать оглушительных побед. Никогда не останавливаться на достигнутом и идти только вперед. Болеем за наших.
Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!